Ча-ча-ча, вы находитесь на канале Blizzard Games, ну и мы продолжаем проходить изыскание на карте Styx. И сегодня у нас изыскание баллистика, ликвидация, значит уничтожить враждебную дикую природу. Я здесь уже третий раз. Получается, до этого я несколько раз уже откис. Значит, что я с собой взял? Взял три комплекта помощнее стрел, то есть 75 штучек, баллон, опс, костюм, рюкзак лучника на всякий случай. Потом, значит, что я с собой еще взял? Это у нас кирка-топор, как у нас обычно это бывает, лук. Ну и, соответственно, нож я не брал, нож здесь по миссии выдается. Соответственно, нам нужно выяснить там, из-за чего здесь большое скопление пум. Пум здесь реально большое скопление. И пока, получается, я отходил, игра загружалась. Оказалось, что если ты сидишь в капсуле, тебе пофиг на бурю. То есть, это для тебя убежище. Это классно, раньше я про это не знал. Все, вот, то есть вышли и сразу пошло. Так, ну что ж, я, получается, пробовал пройти с этой стороны, но там очень все густо, просто кишит пумами и скорпионами, поэтому мы пойдем по длинному пути. Ну и, соответственно, помимо того, что мы пойдем по длинному пути, нам нужно еще и мясо собирать. Все-таки мясо лишним не бывает. Слушай. Ну, здесь, конечно, жестковато немножечко. О, блин. Да, тут нужно подпривыкнуть. Потому что все-таки хард режим в пустыне. Ну, он здесь немножечко чувствуется. Прям хорошо так чувствуется, честно сказать. Значит, по плану у нас пробежать как можно незаметнее до воды. Нам нужно дерево. Если быть точнее, то для нас, нам для начала нужно, то есть, ну, действительно дерево, чтобы как минимум мы могли какие-то балки построить, чтобы могли на балках укрываться. Кстати, у меня вроде как открыт. Да, рецепт тростниковой балки, но на нее нужны ветки и волокна. И их нужно как минимум две штуки, чтобы пум у нас не доставали, да? Минимум две. А с палками и вообще любой растительностью в пустыне, конечно, всегда было туговастенько. Но что радует, на больших просторах, то есть меньше животных. Потому что вот там, если заплести, там вообще жопа творится. Лучше вот здесь пройдем подальше. Я надеюсь, там будет поспокойней. Потому что там я два раза уже откис, даже не продвинулся особо. Поэтому сейчас я планирую все-таки как раз и карту откроем маленько. Подняться отсюда, вот, дойти до воды. Вот здесь есть пещера, то есть на которую мы и пойдем, соответственно. И уже с пещеры мы будем вытаскивать железо и делать, получается, стрелы. Так как около водоемов там будет дерево какое-никакое, дерево можно будет насобирать и, соответственно, уже скрафтить верстачок, не верстачок, кострицы, чтобы все это пожарить. Так, пока не прервусь. Так, ну, в общем, продолжаем. Ну, ну что ж, нам главное добежать. Как минимум. Потому что я даже до водички добраться не мог. Все-таки около водички я уже будем ставить костерочки, разводить костерочки. Но, скорее всего, даже не около водички, а в пещерке именно, которую мы отметили. Которая уже сбросилась. Вот здесь. Сейчас мы вот так обходим, аккуратно поднимаемся и пробираемся к той пещерке. То есть по дороге постараемся деревце где-нибудь нахватать. Ну и попробуем все-таки пройти. Опять же, это хард режим.
то есть максимальная сложность без там сохранения вот этих вот спасений персонажа, поэтому конечно нужно быть крайне осторожным. Но тут в любом случае нужно будет через балки обороняться, потому что пум реально просто километр, поэтому нужно выбираем все кактусы. Вот она, смотри, ползет. Но хорошо, что хедшотом ты сносишь ее. Но если без хедшота, это нужно минимум две стрелы. Но это один в голову, то есть и один на добивание. Иногда и двух не хватает. Но эти стрелы помощнее, я думаю, их двух должно хватать. Но если один в голову, один в тело просто. Там штуки 3-4 нужно. Ну и так как это действительно хард режим, то соответственно здесь получается, если ты убил кого-то, на него прибегают, ну, им прибегают полакомиться всякие хищники, поэтому с этим нужно тоже быть аккуратным. Но мне сейчас нужно преодолеть вот этот подъем. Блин. Пумы, но вроде я от них отцепился уже, да, пробежали вроде, они не сагрились, да, все по своим делам, пусть идут по своим делам. И я хочу сначала вылезти из этого каньона, а уже потом что-то там смотреть. Ну еще, конечно, тут противные скорпиончики. Ну и пока у нас нету особо бафов никаких, ни на здоровье, ни на отхил, лучше максимально не рисковать. Слушай, но, видимо, тут еще не прогрузилось ничего. Из-за этого столько животных здесь нету. Ну вот он начинает появляться. Полосочки ХП. Ну, кажется, поднялись мы все-таки. А это уже хорошо. Все-таки в большой пустыне их поменьше. А вот именно вдоль гор я там лазил, там собака на каждом углу. Ну вот они, ну здесь ладно, это безопасники, это скорпиончик, там пума. Так, ну вроде как нас не спалили. Так, мы пробираемся дальше. Проходим, проходим. Все, я вижу там уже пальмы. Все, слушай, ну пальмы это наше спасение. Это безусловно, потому что нам нужно дерево. Дерева вообще у меня нету. У меня единственные траблы были это вот с деревом. Потому что я хочу изначально сделать балки, как минимум. А если, например, домик нет смысла строить. Почему? Потому что вот эта красная либо желтая буря, они снесут любой домик деревянный. Да, а до бетона качаться как бы далековато. Бля, здесь еще и крокодилы же. Вот про кого я забыл. Крокодилы здесь есть. Крокодилы, крокодилы. Слушай, дерева мало, поэтому нужно вообще все полностью срубать. Под корешок все выгребать. И, соответственно, расходовать экономно. А там, окей. Меня вон тот крокодил все-таки тревожит. И мне нужна будет кожа все-таки. Ну, чуть-чуть, но нужно собирать кожу. Потому что на стрелы кремниевые нужна кожа в большом количестве. В таком же, сколько у тебя и руды. То есть, если с ветками у нас проблем нет, а вот с кожей может быть вполне. Потому что, ну, я бы еще, наверное, даже не так бы сделал. Да, а создал вот так. Чтобы с волокнами вообще проблем не было, пока есть время. Заготавливаем волокна, волокна. Так не выпадают палки, но зато выпадает хорошее количество волокон. Все-таки я собираюсь в балки выходить. Еще и тыковку нашли. Так, слушай, ну у меня уже есть 4 вида мяса, но, правда, стакаться будет только 3.
Ну ладно. Опа, хорош. Все, это кожа. Это кожа, но я прозрал несколько стрел. Это... Так, это хорошо. Это не хищник. Блять, скорпион. Да пошел ты попу, а? Нет, скорпионом я не хочу воевать. О, купальм. Купальм. Так, а погоди, мы где? Ой, а мы к пещерке уже пришли. Это хорошо. Это хорошо. Это даже замечательно. Так, ну тогда нам нужно много камня. Раз к пещерке мы пришли, нам нужно много камня. Нам нужно где-то 3 костерочка. Значит, сразу идем в ремесло. Создаем верстачок. Ага, и камня особо-то у нас. Ой-ой. Как хорошо, слушай, конечно. Это даже много. Так, теперь я не знаю, где здесь пещера. Я знаю, что она здесь должна быть. Вот. Здесь она, да, вот она, еще и нужно будет копать. Ну тогда мы камень, конечно же, выкинем. Ага. Там скорпион. Ну давай, здесь не зараза. Ух ты! Окей, хорошо, давай разбираем его. Пока забираем все. Ее тоже разбираем. Сейчас нам нужно вход прокопать, и там уже у нас мясцо одно дожарится. Что классно. Так, ну все, давай быстренько вход маленький такой прокапываем. Пещерки мы немножечко потусуемся, но нам по идее нужны только стрелы и балки, соответственно. Ну и мясо, конечно, куча мяса, то есть скорее всего мы будем сидеть дольше даже это мясо жарить, нежели именно на стрелы, со стрелами вернее. Ну 112 есть волокон. Так, ой, не волокон, а кожа. Так, это скидываем, это нам не надо. Не 10, ну давай хотя бы 50 сделаем. 5 стаков. Так, ну все. Хотя бы одно мясо у нас уже есть. Теперь костров мне нужно еще 4. 4 костра, которые мы будем именно здесь размещать внутри. Так. А, кожи не хватает. Окей. Так. Так, давай еще два в очередь. Хорошо. Хорошо. Так. Все замечательно.
Так, ну а мы идем за железной рудой. Так, ну сейчас соберу тогда и продолжим. О, тут еще изоматерия попалась. Чуть-чуть ресурсиков вернем. Ну, у меня есть в среднем 15-16 единиц. Так, ну, я пошел дальше лес собирать. Так, снова усё. Вроде все собрал. Гранями то, что явно видел. Так, скидываем все сюда. И получится у нас стрел. Ну, 112, да. Надо еще кожи. Кожи, палок и железа хватает железной руды, а вот кожи нет. Соответственно, мы идем на охоту. Так сказать, на массовый отстрел, да? Так, значит, сразу готовим балки. Ага, еще что я не сделал, это не употребил ничего, что может дать мне какой-то баф. А надо бы. Так, ну все, хорошо. Все, раскидываем. Так, ну у нас видно мясо, мы будем хилиться прям неплохо, так. Так, ну пойдем смотреть, то где у нас есть. Теперь мы вообще никого не боимся, но у нас пневмония пока есть, да? Да и черт бы с ней. Кто там? Опа. Тут шо, блин, а? Хорошо. Так, окей, разделываем этих маленьких изранчиков. Сказал бы я так, но это пума. Это пума. Поэтому разделываем пум. Забираем мясо, не мясо. Все, по идее, пригодится, потому что если мы где-то их с этим в открытом бою, то нам придется хилиться вообще неимоверно чем-то. Сейчас у нас есть балки, но балки, конечно же, нужно ставить заранее как-то. Сколько мы кожи надыбали? Ну, на соточку стрел почти хватит. Это еще мало. Пойдем наверх еще сходим. Может, здесь где-то еще кто-то есть? Ага. Там у нас травоядный. Ну вот смотри, с той стороны кто-то есть снизу. Пойдем тоже. Хорошо. Уже ее тоже нужно изничтожить. Слушай, нож сколько интересно имеет хпшечки. Кстати, он прикольно смотрится. 120 тысяч. Жесть. Блин, такой бы на орбиту, а. Так, чисто почилить. Не, ну чтоб с орбиты можно было. Вообще было бы классно. Кстати, сколько нам серна дала? Я что-то упустил, сколько она нам дала. А, слушай, смотри, у нее. Или это язык так выглядит, как будто они экзотики там нажрались. 100, ну, 28 получается, 27, да, да. Ну, как и спом, в принципе, такое же количество. Не шибко много. Но я думаю, пойдем мы сейчас все, что есть, перекрафтим в стрелы. Далеко мы уходить отсюда не будем. По нескольким причинам. Первая причина, нам скоро нужно будет ночь пропускать. А вторая, нам нужно мясо дождаться. Мясо нужно еще нажарить километр. Ну, бекончика у нас только нету.
Ага, сюда, но здесь даже закинуть нет. Хорошо, пусть будет. Ну, мясо всякое нужно. Мясо всякое важно. У меня еще здесь мясо тоже жарится, да? Все его можно забрать тоже. Ну, мясо мы наготовили вдоволь уже. Частично. Плюс нам еще нужно пневмонию подождать. Так, окей, там скорпион, там скорпион. Скорпионов мы не получим. Кожу. Блин, ай. Перебежим. Там скорпион загрелся, да. Уже ну бежим. Отбегаем сюда. Зачем? Потому что я здесь видел пуму. Да, вот здесь видел пуму, а пума это у нас ценный источник кожи. И не только. И так мы от скорпиона еще убежим. Они, кстати, по три ходят, то есть если ты одну не схедшотил, а именно задел, то там целых две за тобой еще побегут. Ну вот они. Это скорпион. Скорпион тот тоже там застрял. Слушай, ну вот они начали сюда приходить, смотри-ка. Вообще мы можем сделать вот так. Вот так. Вот так. Слушай, ну интересно, конечно. Они поменяли, кажется, прицеливание, потому что раньше была какая-то траектория, то есть, ну, ты ее по дуге немножечко пускал. А сейчас нужно именно прямо, он просто тупо по прямой будет стрелять. Это не особо, если честно, нравится. Тебе типа может слишком близкое расстояние, там нужно расстояние выбирать, но на любом расстоянии, то есть ты мечешься в голову, он попадает в голову. Слушай, ну придется, видимо. Со скорпионом? Не придется, наверное. Я думаю, мы их обойдем вот так. Частично. А, кстати, да, мне нужно спальник еще сделать, чтобы я ночь пропустил. Сейчас, смотри, побежали на место, где раньше были. Еда, кости, кожа. А там нет никого уже. Я там уже всех зачистил, поэтому вы зря туда, конечно, побежали. Ну все, замечательно. Ну вот такое количество стрел мы сделали, да? Еще даже остаются ресурсы, но я думаю, мы уже будем сейчас ночку пропускаем и будем выдвигаться. Осталось совсем чуть-чуть. Мясо мы в любом случае закинем еще на готовку. Например, сюда, вот так вот. Да, почему бы нет? Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Все, везде по чуть-чуть. Само собой. Так, ну у нас, смотри, такого места, то есть, да, кучу. Разного места есть кучу. И это хорошо. Это хорошо, пусть будет. Так мы можем отхиливаться. Нет, нет. Так, я думаю, камень. Слушай, хотя камень можно и сюда как бы скинуть, чтобы он не особо мешался нам, да? Так, ну дерево, дерево. Слушай, я тоже соточку оставил на всякий случай, хотя я не факт, что сюда вернусь вообще. Древесный сок мне пока тоже не нужен. Единственное, что мне нужно, а кожи не хватает. Ну, и стрелы мне нужны, да? Все превосходно.
Да, все, можно пропускать, кстати, ночку. Чтобы по темноте не лазить. Ну и все, и пойдем, получается, уже на саму миссию, да? Будем выдвигаться. Здесь идти вроде как остается немного. Единственный минус. Это у нас ожидается желтая буря. А после нее. И вообще красная. Так. Если что, вон там есть пещера. Нам придется там бурю пересиживать. А вот по дороге до нее особо-то пещеры нету. Хотя вот здесь тоже есть. То есть вот здесь, либо вот здесь. Но будем пережидать как-то бури. В любом случае, как-то-то нам придется это делать. Сейчас у нас есть балки, у нас есть огромное количество мяса, огромное количество стрел. Ну и все, выдвигаемся. Так. Скорпион нам не нужен. Я там, видимо, кого-то недоразделал до конца, что. Может быть, и пропустил. По водоему, к сожалению, я пробежался бы по водоему, да, чтобы типа якобы вот пум свалить. Но в водоемах есть одна опасность, это крокодила. Крокодилы в водоеме — это очень злые враги. Поэтому с ними, конечно, лучше там не шутить. Так, все. Слушай, а мне здесь что, нырять придется все-таки? Или можно как-то обойти, просто спуститься? Можно, можно, можно. Да, ну вот прям. Ну не знаю, прям как будто переделали все-таки что-то, потому что раньше, мне кажется, немножечко. О, смотри, там пещерка есть. Класс. Но эта пещерка нам не нужна. Нам нужна вот здесь пещерка, она вот в этой, да, скале, на всякий случай. Мы ее рассматриваем. И вот на тот остров нам нужно попасть. Тушу, ничего себе здесь деревья. Погоди, а я когда проходил, здесь вообще же голо все вроде было. А, не, вот здесь голо было, да, с этих двух сторон где-то. А здесь нормально было, видимо. А вот она, пещера, если что. Каменный уголь, если вдруг он нам понадобится. И вон тот островок, на который нам и нужно, да. Единственное, что, может, действительно сразу попробовать. Это крокодил. А там... Там тоже крокодил. Собака согрелся. Что над крокодилом я могу убежать. Единственное, что я не могу от него уплыть. Ну давай тогда, получается, сразу переплываем, пока буря не началась, ни желтая, ни красная. Попробуем. По-быстренькому, да, так сказать, заспидранить. Слушай. Интересно, конечно, я вообще не понимаю, зачем я это делаю. Твою то мать, а? Не, ну, как говорится, умом не блещешь. Что поделать? Бжим-бжим-бжим. Так, погоди. Там у нас задание, да? Построить сушилку для сушки собранного жилистого мяса. Сушильную решетку.
Положите собранное мясо в грузовой отсек. 50 сушеного мяса. Это вот здесь. Так, жилистое мясо. Я так понимаю, жилистое мясо. Ну, ешкин кот. Мы его пойди ранее. Ну, 50 не так много. Я не помню, что там нужно на сушильную доску. Ну-ка, давай-ка. Сушильная доска. Вот это. Сушильная стойка. Максимально две, а потом чего не хватит? Волокон у нас не хватит. Хорошо, тогда вместо второго лука мы поставим серп. Да? Ну и пойдем к месту сбора. Хотя пойти к нему не обязательно сразу идти. А, ему же без разницы где стоять, я так понимаю, да? Я просто думаю, где место сбора, там пум побольше все-таки будет. Мне еще рыбки не покусались. Да, кстати, вот я балбес. Мне же нужно отхиливать максимум. Ну вот, начали кусать. Оп, пошла на погружение, засранка. Слушай, ну, стак жилистого мяса захомячил, он отхилил все хп. Это хорошо. Там сушилась, как раз должна уже быть готова. Слушай, ну я думаю, нам нужно сразу прям на стрелочный пунктик. Хотя я вот это зря тоже делаю, да, потому что мне бы стрелочный пунктик около пещерки бы делать. А, ну да, я еще и не на том острове. Ё-моё. И что нам делать? Тут крокодил тусуется. А, еще и нога сломана, из-за этого медленно идем. Я думаю, что можно сделать. А, я думаю, кабанчика можно здесь положить. Опять же, для чего? Чтобы на него пумы сбегались. Но в воде, конечно, это не очень хорошая идея была. Так, ну давай мы челнок спустим. Зачем мне челнок, если у меня еще сушильный аппарат не стоит? И у меня жилистое мясо еще вообще ноль. Подсушите немного жилистого мяса. Так, ну и челнок где-то здесь должен будет сейчас приземлиться. Точка сбора. Пугает так, конечно, жесть. Ну что ж, теперь надо искать... Как они? Пум, пум. Где есть пумы? В принципе, почти всегда с пум падает этот жилистое мясо, да? Насколько я помню. Так, устанавливаем еще один отстрелочный пункт. Что, сагрилось? Ну пойдем сюда. Пойдем, конечно. Я не бегал, тебя не искал. А ты что так быстро?
А там кто? Выгляни. Не выглядывает. Ну ладно, пойдем тогда эту разделаем. Глядя. Вот она. Нам нужно 50 единиц сушистого мяса, да? Вот сушить, так сказать. Где у меня сушилки? Крокодил, крокодил, нехорошо. Песчаная буря, средние силы. Но нам нужно прятаться еще. Давай в сушилку закинем сейчас. Блядь, что тут крокодил? А я же проходил, у вас не было. Появились. Но бывает. Ладно. Сушилки у нас все равно гораздо ниже. Поэтому мы спускаемся сюда, прыгаем подальше. Ой, даже не плыть не пришлось. Так, ну давай. Часть сюда. А, че, шу, едь. Минуту будет. Минуту одно будет делать. Жесть, конечно. Так, но нам нужно вообще валить максимально вон в ту сторону. Я помню, где у меня есть спасительная пещера. Поэтому мы бежим вон туда. Максимально быстро, как только можем. Иначе нам кярдык. Все-таки я не знаю, где она здесь находится, но я так понимаю, где-то здесь. Как раз еще и жилистое мясо подберем, которое нам нужно. Бежим, бежим. Ну слушай, но мне столько стрел не нужно. Я вот это лоханулся. 400 стрел здесь даже близко не нужно. Может быть, там дальше какое-то задание там будет. Да, но пока нет. Это пещера? Похоже, но нет. Странно, а где-то здесь должен быть вход в пещеру. Что-то я скоро так откинуться могу. А вход в пещеру я не знаю. Вообще не вижу. Это жесть что-то. Что происходит? Где вход в пещеру? Ну, походу, я откисну, что ли, здесь? Не, я так просто сдаваться не хочу. Поэтому, не, так не получится. Я 3 раза уже здесь откисал. А, видимо, с этой стороны, да? Так, ну все, уже на кулаках деремся. Слушай, ну мне нужно пещеру найти срочно, вход. Потому что иначе мне кирдык придет. Это вход? Ну все, живем, живем, слушай, ну живем. А ты-то куда? Успокойся. Хорошо. Ну да, все-таки в тело прям нужно стрелять. Поэтому придется переждать. Ну что ж, как переждем, так продолжим, да? Ну все-таки да. Слушай, но со стрельбой они реально там прям в тело фигачишь, в общем, на каком расстоянии. Ну и по идее миссия даже на хард режиме, но это реально несложная миссия.
Не, я просто немножко подразочаровался. Типа, да, это по времени будет долго. В плане, что мне сейчас просто нужно идти на остров и устанавливать сушильных аппаратов кучу. Мясо, в принципе, 47 единиц. Ну, там часть испортится, конечно. Но я думаю, мы сейчас еще обходить будем. То есть сюда будем идти, там еще где-то у нас пумы были. Может, по пути кого-то встретим. В принципе, стрелять сразу. Тело, значит, тело. Голову, значит, голову. И все, не особо сложно. Не, раньше все-таки как-то было немножко вроде. Ну, не то, что там баллистика прям какая-то мега, да. Я в этом не особо шарю, но все равно как-то нужно было чуть-чуть в зависимости от расстояния, в общем, координировать. Как ты будешь пулять снаряд? А сейчас все простенько, то есть, ну, чекать ничего не надо, просто на тело навелся, вот он будет, он там на той горе тоже в тело нужно стрелять. Скорее всего. Так, но мне получается нужно еще сушильных аппаратов устанавливать. А на сушильный аппарат что нам не хватает? А, погоди, палок не хватает. Так, давай создадим палок. Угу. Замечательно. Сейчас мы те сушильные аппараты скинем. Все наше добро. Где у нас? О, сушильные аппараты. Вон они стоят. А мы их прямо здесь и натыкаем. Им, в принципе, ничего не будет. Помылись заодно после бурки. Слушай, ну я пока бурю пережидал, они тоже все посушились. Так, ну давай. Что я могу там палки скинуть? Ой, кости даже могу. Уже не, я, наверное, просто в стрелы перекачаю вообще максимум. Так вот, костей будет поменьше. Так, ну и что получается? Мне на сушильные аппараты, ну мне все хватает, я палки, да, потратил. Угу. Дерева потом не хватает только. Окей, сейчас мы нарубим, наставим. Ну, по факту, да, действительно, изыскание довольно-таки легкое. Слушай, ну первые как-то прям носили, не знаю, может там что-то еще добавят. Если нет, то это просто... Ну, я не знаю. Опять же, ну... Ну, типа, разочаровался маленько. А ты чё разочаровывался? Нафига ты надеялся, спрашивается, да, на что-то? Просто я два раза откис такой, типа, теперь не понимаю, как я, блядь, мог вообще. А вот мог как-то же, а? Слушай, ну, сейчас мы наставим по факту. Сколько можно? Максимально 2. По волокнам проседаем. Идем, значит, за волокнами. Бамш, бамш. Сейчас мы наберем жилистое мясо. Сушеного, вяленого. Какого хотите. Я могу жареного даже подкинуть. У меня его пока не много. Я, блядь, готовился на битву тут. Гигантскую. С ордой пум. Все дела. А на битву никто не пришел. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Главное, что делать медленно.
Давай. Почти доделалось. Хорошо. 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 Так, ну мне кажется, я дольше собирать, конечно, тут буду. Мне жаль, они будут готовиться. Сколько у меня еще пустых? Ага, и вот так. Получается, суммарно мне нужно потратить еще 4 минуты, да? Так, максимально я вижу 7. Ну давай будем собирать. Хорошо, 6. Здесь 4. Здесь 4. Здесь 6. Здесь 5. Здесь 5. Здесь 4. Вот здесь только 7 было, да? Нет, тоже 4. Вот здесь 6. У меня есть одно, получается. 25 мы уже сделали. Давай сюда докинем. То есть, ну пойдем, часть скинем сразу. Заполним, да? Но по факту тут даже делать нечего. Это немножечко, конечно, смешно. Потому что я реально-то готовился на битву битв. А тут... Вот такое вот. Угу. Но самое сложное челноку, наверное, подняться. 25 есть. Бумс. Где у нас сушильные аппараты? Вон они. Ну и все, в принципе, нам просто подождать пару минут. Даже делать не хочу их больше. Но если начали проходить первый раз, то, ну да, не готовьтесь особо, максимально бегите к финишу. В принципе, тут все, что нужно, это топор, не обязательно даже нормальный. Кирка здесь даже не нужна, опять же, бурю пересидеть можно и в какой-то пещере. Поэтому вообще не знаю, тут, по идее, никакой запары даже нету. Ну, 13 набралось. Еще 12 штучек. Вот здесь, кажется, что-то есть, да? Да. Вот здесь есть. И здесь есть. Прикольно. Ну, можно сразу посмотреть, кстати, где что пожарилось. Ага. Хорошо. Так, ну осталось только, ну собрать и все. Что тут еще делать? Ну, типа я бы кабанчика отстрелил бы, конечно, и кошки ему. Но я-то думал, как я приду, то есть и тут будет прям, ну заруба там жестко. Орду волков отстрелять по. Там, типа, какой-то камень надо разбить, да, там экзоматерия там их как-то подчинила. Тут, блин, приготовьте тушеного мяса 50 единичек. Да ладно бы, там хотя бы единиц 500 бы указали. Чтоб ты такой, ёптать, вот это я влип. Ты сидишь, 500 единиц готовишь. Да ладно, не будем. Не будем жрать, но не, эта миссия слабая. Для Стикса слабая. Слушай, ну за нее награда, конечно, да, изначально давалась небольшая, но... Но, типа, все равно... Блин, а если бы я не на хардкоре сюда пошел бы? И что бы я здесь вообще делал? Слушай, у меня там уже, по идее, набралось все. И что бы я тут творил бы, ну...
Не, я просто опять же, видите, сравниваю с предыдущими изысканиями, которые я проходил, да, но вот строительство, ну слушай, ну строительство тоже, в принципе, не особо легкое это было. То есть там реально пришлось попотеть тоже. Да, а здесь все. Уля-ля, слушай, ну я даже не хочу. Я гранату не взял. Балда. Не, ну придется тогда возвращаться, то есть пешочком, а как что поделать? Ну, возвращаться опять же будем старым добрым путем, то есть по безопасной зоне, так скажем. Вот, кстати, если вы проходите это изыскание, так, сейчас давай я чуть-чуть поднимусь, чтобы не просраться, так сказать. Он, кстати, даже не улетел, да? А если вдруг вы проходите это изыскание, ну здесь вот это значение, как будто босс там какой-то, то вообще на острове даже двух нет. То есть, если идти на изыскание вот по прямой, это будет жестко. Вот здесь, в этой подворотне, может быть из-за того, что я заходил в пещеру и руду добывал, и там успевало заспавниться много живности, но там хрен пройдешь. Скорпионы, кабаны, пумы. То есть пумы там на каждом углу по три штуки, но реально было сложно пройти. Я это просто, конечно, удалил уже в свое прохождение, где двух персонажей вот именно здесь и похоронил максимум. Я дошел вот до этого хребта. То есть и то мне нужно было сюда пройти, а я сваливал от пум и пробежал сюда. И сам себя закопал. Получается, у меня там стрелы кончились, и все кончилось. Короче, не выжил я второй раз. Но когда ты идешь, получается, отсюда, идешь по этой стороне, то тут вообще без проблем. Ну, что, я пока шел одну или две пумы максимум убил. Здесь тоже все тихо, спокойно. Ну, вот сейчас, получается, я вышел, вот тут, ну, три пумы, вот, краски нас встречают, 4-5 там я вижу, на, и то это не пума одна была. Стрельба тоже что-то странное случилось. То есть без разницы, какое расстояние, нужно именно в тело стрелять. То есть тут траекторию там что-то не угадывается. Ну, в плане не нужно там гадать. Ну, прям тело попал. Кто там бежит? Где бежит? Ну хотя бы стрела вроде летит визуально, да? То есть не моментальный урон проходит. Радует, что это хотя бы, ну, я проходил ее на хардкоре. То есть она немножечко посложнее была. Нас. Ой, бля, ты шо, дурная что ли, а? То кто там меня так? А, ладно. Иди сюда, ну. Все, ну вот, лоханулся. Ну вот, единственное, что здесь на хардкоре. Действительно, сыкотно, что ну, если нападет, то там как с детства. Считай, что сразу. Скорпион, ну слушай, скорпион, как бы хрен бы с ним, да? Нам его здесь перепрыгнуть. Чтоб здесь не пума. Не вижу. Так, валим. Ну давай, выходим. Ну, такое все, короче. Ну, хардкоры, они, конечно, помощнее все равно. То есть сами животные помощнее, но если обходить, то с скорпионами вообще не воюем. От них просто текаем. И все. Секрет просто. Тикай как можно дальше. Не, ну, ладно. Но тут я скорее бубню не на саму миссию, то есть на саму схему миссии и так далее.
Скорее я бубню именно на себя. Потому что я просрал два персонажа почти. Грубо говоря, шмот на двух персонажах. То есть персонаж тот же, я сейчас не знаю, как после прохождения, как вообще мой шмот, он пропадает, нет, типа после прохождения миссии, или там нужно что-то сделать. То есть игру вроде перезапускал, но непонятно. Мне пока без. Интересно очень. Тоже будет посмотреть, что с этим случится, но пока получается, что я просрал двух персонажа, то есть а миссия-то язычная просто. Если просто внимательней. Опять же, на хард режиме. Сложность заключается в том, что если ты ну, неаккуратно действуешь. Все, то есть, как я, например, где-то вылез, где-то лишнее пропер, то есть я там мясо наготовил просто километр. Оно мне не нужно. Но вот 15 экзотики зато поднял. 15 экзотики. На этот класс. Так хотя я не сказал бы, что особо сильно, да, потому что экзотика у нас есть, экзотика нам не нужна, но как бы когда халяву кидают, а почему бы и нет, собственно. То есть вот. Никакой траектории. Оу, щит. Валим, 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 валим. Так, я только не... что-то я заблудился. А, все правильно, да, мне именно туда и нужно. Где-то тут будет спуск. Все, поэтому, ну, хотя бы стрелы постреляем, то есть... У нас еще кремниевых куча просто. А, это кабан был. Я думал, бума. То есть вообще тут на дистанцию сейчас вообще это не работает. Я не понимаю, почему. И давно ли это? Я не замечал раньше этого. Я просто специально выключил камеру убийств, да, чтобы немножечко... А, это на ничок пошел, да? Так, теперь нам нужно вообще аккуратно быть. Потому что у нас ХП сейчас вообще нету. Слушай, ну вот надо было сразу лечиться. Запустил. Но я не хочу с кабаном драться, но, бля, вот с этой придется. Так, одна была, ни хуя не одна, как обычно. Все, спать, спатеньки. Так, где тут спуск? Вот он спуск. Одна? Да хрена лысым, как обычно. Не, ну вроде одна. Я ж правильно иду, нифига неправильно, мне вон в ту сторону нужно. Все, вот там у нас челнок где-то стоит. Ну все, в общем, я тогда, наверное, двигаюсь. То есть я думаю, я дойду. Думаю. Все-таки это хардкор, наверное. Мы все-таки проводим персонажа. Да. Ну, что сказать. Вообще, пейзажи красивые. Пейзажики красивые, но когда ты играешь только в одном биоме, то есть, например, ты здесь пустынный чисто, то, конечно, он немножечко, скажем так, поднадоедает. В плане, что если бы по миссии даже можно было перейти бы куда-нибудь в соседний биом, было бы вообще круто. Ой-бой. Ой, бой. Слушай, ну тут рисковать нельзя. То есть я тут прям сразу, я знаю, вот здесь есть пещера. Да? Да. Все, я иду искать пещеру.
Сразу прям. Нафиг нужно. Здесь рисковать нельзя ни разу. Так, ну это пума, это хорошо, конечно. Здесь где-то я видел пещеру одно время. И дальше сюда проходили. Вроде она недалеко была. Здесь нужно сразу ныкаться. Нет, это не пещера, слушай. Не вход в пещеру, по крайней мере. Здесь, во, класс. Уф, ну все, я тогда пережидаю и потом бегу. Я думаю, на этом мы будем уже прощаться. Все-таки тут осталось реально только добежать, причем еще и по ровной поверхности. Потому что мне осталось буквально дойти вот до сюда. Здесь вообще, я думаю, меня никто не встретит, и мне ничего не будет. Еще и дебаф на здоровье пропадет. Поэтому мне осталось только переждать. В общем, а с вами, как всегда, был Фриза Геймс. Огромное вам спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии. Ну а миссия меня, конечно, разочаровала все-таки. Все-таки разочаровала. Хотя, наверное, не стоило бы надеяться особо сильно, но... Ну, все-таки хотелось-то экшена, хотелось что-то интересного, а получилось, что получилось. Ну, а вам? Проходили ли это изыскание? Как вообще? Понравилось, нет? Ну, и до скорой встречи. Чао, чао, чао.